Блин, да что он так там долго-то, а? Между дверей, наверное, застрял. Отходи, Оль! Отходи, давай, давай! Что случилось? Иди, чтоб я вот эту, вот эту серую коробку в нашем отделении больше никогда не видел. Да что произошло-то? Я футбол смотрел, там смотрел футбол. Расстроились, да? Да какой расстроились? У меня телевизор черно-белый, там все, все рябит вообще, все там, все игроки, они в одинаковой форме бегают, вообще в одинаковую, я не знаю, кто там против кого играет. И вот эти вот две таблички, где там, ну, странно написано, их не видно, потому что тут заплыло все, там все заплыло и не видно. А я болел за Россию полтора часа и думаю, почему у нас в нападении играет Мбаппе? Мбаппе играет. Я думаю, что за парень вообще такой? Может, там Саранского подтянули или там с ФНЛ, с Чебоксар? Я откуда знаю? А это сборная Франции, потому что играл, у меня не видно. А я 1000 на Россию поставил. Она даже в отделе не играла вообще. У меня нет теперь денег до зарплаты. Нет, у меня нет теперь денег. Все. Вот из-за этого вот шляп. Дашь пятихатку? Максим Константинович, там жалоба в Вибере пришла. Какая жалоба? Что Николаевич насрал на крыльцо быстро займу, потому что ему возвращать нечем? Да нет. А, ну, быстро займу на Николаевича, да? Да нет, жалоба на вас пришла. А что пишет? Ну, пишет, что лицо. Что лицо? Ну, лицо у вас... Что у меня с лицом? Скажи нормально, это житель нашего района. Скажи, как они написали. Ну, будка жирная у вас. Так и так должно быть. Это так должно. Вы как меня узнаете, что я тогда, ну, начальник на вашем районе? Меня рожали на заказ, чтобы вот с такой будкой ходить. Думаете, легко такую форму, чтобы поддерживать? У меня пятиразовое питание, у меня зал, это, кухня, спальня, у меня все по расписанию. Конечно, у меня будка такая, что меня все тут знали, вообще, абсолютно все. Это не жалоба, это мне надо премию выписывать. Какую премию? Ну, хотя бы пятихаточку, что ли, какую-нибудь. На, держи. Жарище, не могу. Это спирт! Это откуда? Ну-ка, пойдем смотреть. Значит, сегодня на нашем районе произошло ЧП. Средь бела дня отлупили, вот, пожалуйста, Олега фоторобота. Мы провели следственное действие. Выбрали круг подозреваемых. Так что, Олег, рассказывайте, кто вас бил? Все! Да как все тебя били? Не могут тебя все бить! Как не могут? Колян, Юрка, Диман меня вообще палкой отхреначил. А ты знаешь, почему тебя избили? Почему? Потому что ты крыса. А что это сразу крыса-то? А потому что ты поступил как крыса, взял на нормальных пацанов заявление в мусорку написал. Будешь еще так делать? Нет. Вы будете вот толпой метелить? Все, разобрались, давайте, расходимся, Жмите руки. Не, начальник, крысе руку мы жать не будем. Тогда просто расходим, все, давай, Олег, уходи. Давайте, пацаны, все, больше чтобы такого не было, давайте. Все, чтоб я крысе руку жал, правильно? Что такое-то, не понимаю. Максим Константинович, вы что, опять в переменную ходили? А ты погромче крикни, что все услышат, никто же не знает, а? Орет на стейку всю улицу. О! Вот она! Вот она! С бойбика слетел, конечно, 120 с горы на второй передаче летели, на! Иди, ставь, я пошел. А вы куда? Туда, сама знаешь. А тебе какая больше нравится, в сырном или в обычном? Отстань, что ли? В булке любят. Ну, сегодня, значит, проводим, ну, ежедневный обход нашего района, так сказать, все контролируем. У нас тут все, ну, перед глазами никаких нарушений, ну, не выявлено. Ну-ка, стоять, иди сюда. Иди сюда. Здорово, начальник, что дело? Что у тебя за табличка такая? Ну, это сам, ломбард открыл, работаю начальник, за голову взялся. Точно нормально все? Да все, все в порядке, начальник. Все, давай, иди. Не, у нас не район, у нас бизнес-инкубатор какой-то вообще. Ну-ка стоять! А откуда у тебя табличка такая? Напечатал, начальник! Откуда ты ее напечатал-то, а? А мне звонят из Москвы гаишники, говорят, где Москва заканчивается, люди? Люди уже в Шацке, я не знаю, где Москва заканчивается. Вон, пусть у бизнесмена спросят. Устроили внезапную проверку. Неожиданно, так сказать. Вы что, приехали? У меня ничего не случилось. Андрюш, а ты такой человек, знаешь, у меня прям предчувствие, что надо тебя проверить. Ты что, себя не знаешь? То корбит дом взорвешь, то айкс проглотишь. С тобой глаз да глаз нужен. Что делаешь?
Да ничего, сижу. А что у вас там за люди? Какие люди? Что это там делают, а люди? Да нет никого. Ты что, вообще не вижу тебя? Вот люди. Да где? Ты дурак, что вообще? Дай-ка я посмотрю, ну пусти меня. Дай-ка я посмотрю. Дай-ка я посмотрю, что у тебя тут происходит, а? Опа! Дергай из розетки! Что дергай из розетки? Все встали на место быстро. Что у тебя тут такое дома, а? Нелегальное казино? Это вообще-то статья 617 часть 20 пункт З. Нет такой статьи. Насчет есть. Есть такая статья, ходим на задержание закона, что ли, не знаю. Вот, подтягивайте это все. У тебя дома подпольное казино облученное, ты понимаешь? Да какое подпольное казино? Если бы аппарат подвале стоял, вот это подпольное. А у меня на первом этаже. Это напольное получается. Ты дурак, какой тебе напольное? Это нормально. Ты у меня за этот аппарат уедешь на два пожизненных. Да это как? Ты уедешь, еще любой твой друг вместе с тобой. Да чего мы больше не будем? Чего вы не будете, а? Чего мы с тобой делать? С одни нервы. Пойду на балконе покурю. Стойте. Че стойте-то? Да там мест нет. Да что я пройду? Да не надо. Да я пройду. Привет. Приват. 1500 рублей час. Облученный? Ну, сейчас буду объяснять. Че ты будешь мне объяснять, я не понял? Че ты мне будешь? Какая крёстная? Иди отсюда, у крёстной номер возьми, я ориентирую. Ну, поехали в отделение, босиком у меня поедем. Так, кто видос вырубает, тот штраф получает. Вот это правило вообще никогда не забывайте. Если вам понравился наш ролик, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий, нажимайте кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. И не забывайте подписываться на наш инстаграм, и там много всего интересного. В одном из прошлых роликов мы объявляли конкурс, чтобы вы продолжили стихотворение про меня и Ольгу ПДН. Побеждает парень. Вот с этим вот комментарием мы отправим ему 1000 рублей любым удобным способом. И новая движуха для наших подписчиков. На протяжении всего нашего ролика 25-м кадром будет зашифровано предложение, которое вам нужно найти, собрать и написать его в комментарии. Мы также рандомным образом выберем победителя и отправим ему 1000 рублей любым удобным способом. Все, это. Честь имею, ну, забыл же. Пойдем, иди собирайся платье. Ты лысый меня вообще уже достал. Погнали.